Алло, да, братик. Чё, на свиданку пришел? С тёлочкой в интернете познакомился. Бля, она что тут делает? Надеюсь, не заметит. Фух, пронесло. Андрей. Блять, что ты хочешь? Свали отсюда, у меня свидание. У меня тоже свидание. О, так иди к своему счастливчику. Я уже пришла. В смысле? Эвелина 777. Ты чё мне слева аккаунты написала? Я тебе со своего писала, но ты мне долго не отвечал. Это же наше свидание, я уже все продумала. Сначала мы кушаем тут, потом мы идем в парк, потом мы идем гуляем. Не, ну сразу в парк, так в парк. Настя, ты вообще там что-то с моим братиком мурчала, вот иди с ним в парк. Андрей, ты ревнуешь? Нет, я не ревную. Ты ревнуешь? Настя, мне похер. Тебе не похер. Да я больше боюсь братиков потерять, мне скоро кальян не с кем курить будет. Ах так? Знаешь что, ты еще за мной бегать будешь. Ага, конечно. Бегать будешь? Да. Я говорю, бегать будешь. Да я понял. Бегать? Я услышал тебя. Так, я не понял, а что это там происходит? Так, доча, что тут происходит? Так, это чье? Это не наше. Па, ну что ты приехал? Все, доча, домой, нагулялась. Па, ну рано еще, туса только начинается. Доча, у меня сейчас сериал начинается, домой. Па, ну что ты кричишь, что ты меня перед девочками позоришь? Дядь Коль, ну под мою личную ответственность. Ты кто такая? Дядь, ну мне уже 16. Ага, это ты была беременна в 16? Ну па, что ты? Не, ну па, ну девочек пустили. Ага, сейчас я тебя туда пущу, там где мужиков куча, и ты вырядилась. Хочешь отца до Первого канала довести, чтобы я там сидел, краснел, оправдывался? О, чувствую, алкоголем пахнет. Кто? Кто? А? Это от тебя пахнет. А, точно, я пиво пил. Па, ну пожалуйста, я сама доеду, я вот выйду таксишку, словлю себе. Ну не парься вообще, ну па. Да тебе в таком виде к дороге вообще подходить нельзя, домой. Ну па, ну что? Ну что ты, братишка, прийти? И музыку свою выруби! Не знали просто, что делать, прикинь. Кать, сколько время? 11:30. Настя, что такое? В смысле, тетя? Я что, старая? Настя, что за херня? Ты ж Меладзе слушала. Так, ты старье, вот это качает. О, молодежь, хай-гай. Ивангай, ты не понимаешь просто. Не забудь, как твой любимый цвет. О, Настя, смотри, картинка смешная. Лол, кек, чебурек. Чего, блядь? Ну ты зашкваренный, не понимаешь нашего молодежного сленга. Я взял твоя бум. Коль, сними, как я флексить буду. Что ты будешь делать? Флексить. Ты что, это хочешь в Инстаграм выставить? Какой Инстаграм? В ТикТок? Федук ван ла. Да задолбала уже, на, послушай. Я молодая. Это был неравный бой. Настюх, здорово! Настюх, ты чё трубки не берёшь? Настюх! Слышь, отошёл от неё. Не понял, что происходит? Настюх! Мы на второй раз в обиду не дадим. Нас с тобой не разговариваем. Чё, думаешь, я не знаю, как вы с ней вчера сосались, да? Чё? Ты нахера рассказала? Вообще-то, она моя лучшая подруга, и я за неё горой. Спасибо, что глаза открыла. Слышь, а чё ты так-то не рассказала, что это ты ко мне первая лезла? Ну, так-то это была проверка на верность. О, точняк, я такое по телеку видела. По телеку точно так же было. Настюх-то стой-то, это вообще по пьяни было. По пьяни это не измена. Ага, с кем попало, это не измена. А так я в один день и лучшую подругу, и парня потеряла. Настюх. Знаешь что, моё доверие уже никак не вернуть, понял? Настюх? Это чё, мне? Угу. Это чё, цветы? Все прощу, все прощу. Сфоткаешь? Хочу тебя сегодня радовать. Шикарный трек. Привет. Поговорим о вечном, о бывших. По-любому почти каждого человека хоть раз в жизни бросали. Или только меня. И вот ты мучаешься, плачешь, там недолго, месяц, два, полгода. И вот все, прошло, забыл, у тебя уже появились новые отношения. И тут случается это. Что тебе, сука, нужно? Мне кажется, это было вот так. Я вижу, моя бывшая нашла мужика и счастлива. Надо напомнить ей о себе. И нет, это не просто привет, как дела. Это привет, давай начнем все заново. Привет, я соскучился. Привет, я люблю тебя. Тут главное ответить морозно, но со смайликом. Типа ты не держишь на него зла. Ну ты и тварь. А тут сразу же посылайте его на. Дура.
Алло, Светка, та шо-шо, шоурум открыла, знаешь? Ну не на рынке же мне торговать, скажешь такое. О, девушка, вы в шоурум? Да, но я вход найти не могу. Идем, идем, тут рядом. Ну шо, проходим? В смысле, это же ваша квартира. Вообще-то офис. А это кто? Администратор. Ну шо, тут собраны все коллекции. Это же ваши вещи. Девушка, я свою не продаю. А что, понравилось, да? Ну, могу, могу. Не, ну вы что, надо мной издеваетесь? Я ухожу. Подождите, вот платье, зайдите в примерочную и померьте. В туалет? Это на картонке, знаете ли. Ну все, примерочная занята. Кстати, мужские трусики интересуют. Есть обувь. Правда, одного размера подрядчики подвели. Ну вот, all start. Так они ж убитые все. Господи, пару раз люди померили, а вы сразу убитые. Девушка, вы сумку забыли! Ну ладно, будет новый завоз.